Название этой картины – «Открытие портала льва». Я сама лев по гороскопу и очень давно хотела нарисовать картину с этим мощным, сильным зверем, со львом. И как-то у меня не получалось начать. И тут неожиданно 27 июля 2020 года я начала эту картину, и она как-то очень быстро пошла. И буквально к концу дня из портала выглянул этот мощный, сильный зверь. Когда я посмотрела в интернете, оказывается, 26 числа было открытие портала Льва. Это астрологическое такое событие, в котором встречаются два солнца. И в это время раскрываются творческие, мощные силы человека, как льва. Желаю вам всем раскрытия ваших творческих сил. Мне очень хочется, чтобы эта картина «Открытие врат льва» вам очень понравилась и принесла удачу, благополучие и счастье. И много-много творческих открытий и побед.